Друзья, всем хай! Видео снова про этот инструмент, а точнее про лезвие от простого канцелярского строительного ножа вот такого плана. Я в прошлом видео показывал, как устанавливать сюда на этот инструмент вот такое лезвие. Кому интересно, загляните по ссылке в описании ниже, там все подробности. И там я резал картон в том видео, а в этом видео вам покажу, что оказывается, ну я по крайней мере не знал, и хочу, чтобы это знало много людей, что вот такая насадка вот от такого канцелярского ножа на инструмент реноватор режет и линолеум прекрасно режет, да, вот я приготовил кусочки для образца показать вам, и деревяхи, вот я тут попробовал, сейчас вы увидите наглядно. Подходят на реноваторы вот эти лезвия вот с таким крепежом, ну под винтик. Там, где быстро съем, я не знаю, потому что у меня нет такого инструмента. Ну попробуйте, может быть у вас получится, там может быть тоже подойдет такое лезвие. Вообще имеет смысл сделать такой переходник, быстро съем сюда, ну под эти лезвия. И вообще вот тут тоже можно сделать переходник для других насадок. Ну ладно, вот сейчас покажу вам наглядно, как режет инструмент. Сразу скажу, на большой скорости ставьте, на малой он не режет. В прошлом видео это было видно. Опять же, кому интересно, загляните, посмотрите в прошлое видео, увидите. Мы резали там картон. А сейчас наглядно на большой скорости я покажу, как режется линолеум, вот кусочек, и как деревяха. Можно ее, ну, строгать, так скажем. Давайте посмотрим. Вот смотрите, без усилий, без особых, то есть не надо вот так вот елозить ножом. Вот смотрите, можно проверить вот сейчас простым ножом. Вот, приходится вот так вот елозить. То есть у вас вот такие вот получается обгрызанность такая. Можно, конечно, не заморачиваться, хорошим лезвием просто вот так раз и прорезать. Но можно, если вам, допустим, надо какую-то аккуратность придерживаться. Ну, я показываю все честно, конечно, я не нахваливаю. Просто говорю, что есть такой способ. Может кому-то пригодиться. Давайте еще раз посмотрим. Видите, вот смотрите, срез лучше, чем вот так вот кромсать ножом. Ну, опять же, не столь принципиально, но как вот момент такой вот, допустим, где-то подлезть вот этим инструментом, ну, ковролины, допустим, вот резать очень, очень тоже приятно. Морочиться с ножницами, то есть зачем это нужно, вот пожалуйста. Вот вы увидели, как я накромсал линолеум, я не давлю рукой, просто веду и все. И вот с деревяшкой давайте посмотрим теперь. Вообще рукой сейчас не давил, как вы заметили. Нормальная тема такая. Вообще усилий никаких не надо. Для точности каких-то резов самое то. Так что вот такой вот лайфхакец, лайфхак для такого приспособления, для такого инструмента. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите комментарии и подписывайтесь. Всем пока.